Всем привет! Сегодня будем распаковывать цунцунчиков. Купил я себе специально меховых, потому что до этого у меня их не было. У меня были обычные мягкие, были также самотвердые золотые. А это по скидке в магазине продавались мягкие. Сейчас будем смотреть, что они себя представляют. Также само посмотрим, какая попадется редкая игрушка внутри. О, редко оказался котик. У меня такой еще не было, не мягкой. Ну, мягкой у меня точно шелковости не было. Не было твердой. И так же самое. Это, и у нее есть пупок. Что-то раньше такого не было. Цунцунчик. И они совершенно не мягкие, очень твердые. Очень классные. И Дамба. Кошечку не знаю, как зовут. Наверное, Китти. Аналогично. Это Дамба в шляпке. С носиком. Только это уже не Винни-Пух, а Попка. Ох и Дамба. Надо же. Очень классные игрушки. Совершенно другие по ощущениям, чем все остальные из коллекции. Надо будет попробовать и купить другие. Правда, в магазине были повторные сами по себе игрушки, но в будущем могут завести новые. Все, спасибо и до свидания.